вот это будет эпик битва. Я в Ашенвале. Это пойдет-то, но где именно? К северу отсюда находится остров Уды. Туда твое войско ведет Актердус. Ты должен бежаться в битву, иначе сотырем конец. Как Актердус? А кто он вообще такой? Я про него совсем ничего не знаю. Ни в коем случае не доверяй ему. Он предал легион, поэтому ему и мешал тебе край Таридес. Актердус хотел захватить вас над сатырами. Вот подонок. Он пользовался мной как... Его скоро надо будет убрать. Он мешает пришествию легиона. Чувак, взять его! Что это? Да хранит нас Иуда. Аж испугались и исчезли. Сегодня вам ваша Иуда не поможет. Убить, крушить, бомбить. Гудыщ. 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 Неплохой план. Задачу. Так, нам надо идти до пещеры. Это все. Забавно. Сраные эльфята, блин, из этого говна орба я не могу теперь хиляться. Неплохой план. Неплохой план. Блин, двойное замедление. Это не все. Есть хорошо. Я хочу хиляться! Мне так не подходит. Я так всру скоро. Умри. Где хотя бы вам... Пираура, а? Опять ты. Этот гурец сдохнет это скоро. Все? Неплохой план. Если это он так все? Жить будет. Забавно. А, да, точно. Забываю. А, ну да, он сразу три пускает волны. Я и забыл. Плохой план. Ничего не произойдет, чувак, потому что у нас основной скилл орб вот этот, оживший огонь. Увы, ничего нельзя сделать. Если бы его не было бы, то, конечно, можно было бы. Так что не волнуйся, я знаю про эти вещи. То, что выкинуть и взять обратно. Это все? Да, я так делаю. Странно, по-видимому, все самое интересное разворачивается на севере. Тогда почему-то здесь так много ночных эльфов? Неплохой план. Умри. Где-то здесь лагерь стражи Ашенвальского леса. Тебе придется идти через него. Да ладно, блин, вы охренели, да? Умри. Лагерь. Одному что ли уничтожить? Без хила? Да, идет двоих замедления. Ну, может оно и не совсем двоих. Блин, отвалите от меня, пни дурацкие. Блин, на миллиметр встал. Блин, дурацкая дриада. Это все. Забавно. Это все. Задачу. Чего надо? Вызвать я как-то не хочу особо пока. Источник жизни! Отлично. Все, теперь вы все подохните, дурацкие эльфы. Умри. Все, зашибись, отхиляюсь, как сейчас. Блин, ну кусок карты тут закрыт просто.
Забавно. Неплохой план. Забавно. Это все? Забавно. Это все? Неплохой план. Неплохой план. Забавно. Смотрящие, в бой! Ого, сразу две. За господина! Дыдыщ. Умри! Это все? Ох ты. Не-не-не, мне так не справиться. Я скоро приду за вами. Забавно. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй, отвали от меня. О, отлично, иди сюда. Че валишь? Что стало с Гуретом? Ты не представляешь, что стало. Забавно. Неплохой план. Забавно. Неплохой план. Это все? Забавно. Неплохой план. За господин... Блин, когда вы успели отхилиться, а? Фак ю! Блин! Это все? А пока я хиляюсь. Теперь можно продолжать. Забавно. Это все? Это так, все? Теперь надо быть готовым к сраным смотрящим в ночь. Все? Ага. Так, Пукан Мутон. Умри. Так, я пошел. Это все? Вас никто не отхилит. Неплохой план. Чего надо? Блин, только не подыхай. Фу, повезло. Стайку я дал тайм-аут. Не это более. Все? Забавно. Неплохой план. Это все? Так, ну теперь вторая пуканщица. Чего надо? Предводитель пукана, время помирать. Чего надо? Неплохой план. Каких чер нахрен? Какие черы на мне могут быть наложены, блин? К чему мне эта руна, блин, была? Десятый левел. Двух герычей замочил, почти опыта не получил. Неплохой. Как круто это. Забавно. Это все? Неплохой план. Забавно. Это все? Неплохой план. Задачу. Одинокая дриада. Ну, что? Блин, они специально так стоят. Забавно. Чтобы потралить игрока. Опять ты. Чего надо? Это все? Блин, а эти откуда взялись? Вас не было! Опять ты. Тральские лучницы. А там еще лагерь надо будет уничтожить. Блин. Неплохой план. Чары пукана горения. Неплохой. Да, да, точно, сейф.
Чего надо? Хорошо, что дряд можно видеть. Поймал? А то такие не в инвизе стоят, а потом пыщ закидали Герыча, он не может двигаться. Забавно. Опять ты. Хочу утро. Ненавижу ночь. Поймал? Задавчу. Опять ты. Неплохой план. Окей, лагерь где-то тут. Ну что, поймал? О. Хилка! Это все. Похоже, я уже близко. Встречайте! Давно же я вас искал. Блин. Это все. Не в лучшем месте они торчат. Не-не-не-не-не, я так не играю. Идите вы в жопу. Забавно. Неплохой план. Умри! Опять ты! Забавно! У них там и источник. Ну, поймал? Блин, это как вам все? Хорошо там живется. Чего надо? Забавно. Это все. Неплохой план. Так, главное, чтобы героиня не наагрилась это на все? И все будет зашибись. Опять ты. Задавчу. Ну что, поймал? Забавно. Хилка! Блин. Отхилился. Забавно. Не, ну идите вы все в жопу, а. Опять. Ай, чего надо? Горю. Горю. Забавно. Опять ты. Хочу хиляться. Чего надо? Это все. Забавно. Это все. Забавно. Блин. Неплохой план. Забавно. Это все. Снизу уже занято. Печалька. Забавно. Умри. Ну что, поймал? О, сколько источников тут. Круто. Блин. Чего надо? Задавчу. Если я сейчас не отхилюсь, будет плохо. Поймал? Чего надо? Это все. Неплохой план. Опять ты. Это все. Забавно. Неплохой план. Ну что, поймал? Умри. Это все. Неплохой план. Задолбали. Это все. Идите сюда. Блин, нет, 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 не хочу, я жить хочу, идите в жопу. Опять ты. Все, стой на месте, дурацкая ученица. Ну что, вот поймал? Так, молодец. Неплохой план. Забавно. Это все. Так, теперь твоя очередь. Чего охотница. Надо? Блин. Забавно. Иди сюда. Это все. Хилка, хилка, она на самый крайний случай жизни. Как и все остальное, все, что есть у меня. Неплохой план. Тральская жрица меня сейчас убьет. Неплохой план. Это все. Забавно. Это все. Попытка хила. Забавно. Это все. Умри. Забавно. Это все. Опять ты. Забавно. Это все. Да, я чего так далеко надо? Не продвинусь. Мне надо раздолбать эти колодцы. Неплохой план.
Умри! Так, ладно. Пока хорошо живется, надо бить. Теперь прощай, жрица. Наконец-то я тебя убью спустя полчаса нелегкого пути, по которому я шел. Чего надо? Готовься к смерти. Ну что, поймал? Опять ты. Неплохой план. Это все? Так, теперь F6. Неплохой план. Поехали дальше тогда. О. Это все. Привет, эльфа. Чего надо? Что-то не особо горит. Ну что, поймал? Забавно. Чего надо? Я тень не собираюсь до конца попытаться пройти, хотя мне маловероятно это получится за сегодня. Это все? Ну что, поймал? Неплохой план. Забавно. Выпил хилку, но это было зря. Зачем мне было ее пить? Это все? О, что мы видим? Впереди поселение Биорнов. Нелегко им сейчас придется. Забавно. Выпил хилку, чтобы взять другую хилку, чувак. Неплохой план. Опять ты. Забавно. Чего надо? Умри. Умри! Это все? Забавно. Неплохой план. Умри! Два зеленого. Выпью я их. Забавно. А пока порушу домики Биорнов. Это все. Один из них. Это домик. Все? Принадлежащий именно Биорнов. Неплохой план. Забавно. Так, ох ты. Какие ну, вы что? У нас там силенькие. Блин, эй, я пошутил. Забавно. Это все. А, все. Можешь меня бить. Чего надо? Кто самый известный? Забавно. Точно не я. Это все. Я, наверное, самый наименее известный стример. Это все. Задачу. Неплохой план. Блин, наложил все-таки Fairy Fire. Все. Ладно. Забавно. Вот, блин, промахнулся. Ну что, поймал? Чего надо? Так, я к тебе попозже приду. Неплохой план. Это все? Неплохой план. Так, пока похиляемся немного. Неплохой план. А потом пойдем и убьем вожака. Из комментариев, короче. Забавно.
Плохая была идея с Армагеддоном. Больше ничего не советуйте, я лучше буду сам. Это все? Умри! Чего надо? Забавно. Неплохой план. Это все? Неплохой. Сейчас план. Буду по одному вас добивать. Это все. Ну или даже по два неплохой таких маленьких сойдут. Два малыша Бьорна. Это все? Неплохой план. Чего надо? Все. По одному. Подходите. Забавно. Блин, я сказал по одному, а не по два. Это все? Это все? Умри. О, отлично. Опять ты. Это все? Раз у нас орб вкачан, будем забавно качать его дальше. Это все? Это все? Блин, какого хрена ты убегаешь? Иди сюда. Забавно. А, ты меня не видишь, это ты все? Слепой Бьор. Забавно. Забудший. Ну что, поймал? Чего надо? Неплохой план. Это все? Это все? Забавно. Так. Неплохой план. Что-то я переборщил. Забавно. Неплохой план. Забавно. Неплохой план. Это все? Все, отвалил. Вот. Некуда класть. Но мы ему снесли половину башки. Неплохой план. Сейчас еще половину слижем. Забавно. Блин, он отхилился. Я забыл, что там сраный фонтан. Ну что, и как мне теперь его добить? Мне нужен фулл хп, если я хочу это сделать. Опять ты. Блин, так бы подойти. Хижина. У него нет хижины. Ну он что, слишком маленький поймал? Для этих хижин. Забавно. Так, ну... Неплохой. Блин, какого хрена ты обрешься? Тебя кто просил? Ладно, устраним угрозу тут. Чего надо? Это все? Неплохой план. Забавно. Вот, другое дело. Под носом убил Орна, короче, буду хиляться. Читы лов, народ, мы без читов играем. Я могу их включить, я только один придумал. Только для тактических планов, не более того, и только один, и то потом загрузиться опять придется. Я же честный игрок. Да, да, большой для хижины. Задолбал станет. Зато он не хиляется, отлично. Ну что, аж целую книгу это силы что? С него подарили, блин, как круто, а? Ну и что ты там будешь теперь думать? Ух ты, он прямо аж через деревья увидел тропу. Что за храм Элуби? Так вот почему здесь так много стражей. И как давно я искал это место. Только стайку гадал, какой чисто. Какой чит я использую для тактического наступления. Я обязательно сюда вернусь. Обязательно. Неплохой план. Пока надо разобраться с эльфятами. Неплохой. Фух, сраный вождь Бьорнов замочен. Все круто, все зашибись, чеки-пуки. А, Изак. Только это не GTA. Это все. Забавно. Эй, народ, а чё вас так мало?
это все? Забавно. Неплохой план. Вообще, если честно, я могу иногда себе позволить использовать ICDPIP, чтобы сделать небольшой анализ того, что имеется на карте в самой главе. Но это обычно бывает перед главой, перед началом, либо где-то посреди игры. Но этого не видно, так как это за кадром. Ну что, поймал? Забавно. Было закрыто 5 вкладок. Ага. Так. Неплохой план. Здесь закрыто. Это все. А, ну сейчас мы дойдем до пещерки. Вы поймете, что там будет. Будыш! 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 Я учиться сама уберу. Вот дерьмо. Не хватает спецэффектов. Так, надо быстрее от этого бежать. Вообще охрененный босс баттл. Если бы не хотел умереть, надо бежать побыстрее от него, а то сдохнем. Неплохой план. Это все. Неплохой план. Даже музыка заиграла. Неплохой план. Не понимаю, а че я убегаю? Ты будешь большой и сильный, да? Мой клинок не берет его броню. Значит, тебе нужен другой. Эй! Убирайся отсюда и направляйся к востоку в священной роще. Ой, пошли отсюда. Сейчас будет хаос атака, короче. Вот теперь ворота можно дубасить. Блин, бедный Гурет не может перепрыгнуть пару камушков. Или раздолбать их. Ну, сейчас найдем себе другой клинок, который может долбить камень. Тебе еще один раз придется столкнуться с ему подобными великанами. Да, мне казалось всего один раз. А что в этой роще? Куда я направляюсь? Во время первого вторжения легиона в этот мир один из наших полководцев потерял здесь меч. Оружие способно рубить любой металл. Блин, чё за лах? Потерял меч, шел и потерял его. Это все. О, сфера яда. Неплохой план. Забавно. Неплохой план. Забавно. Неплохой план. Дракош, черт. Ну что, поймал? Забавно. Чего? Блин, ну почему ты не. Не хочешь стреляться? Ну что? У тебя же есть все для этого. О, Сириус, кто пришел? Привет, привет. Неплохой план. Забавно. Это все. Забавно. Неплохой план. Чего надо? Ладно, вы бесполезны, два ложка, я вас просто возьму и замочу. Что-то он стал очень медленно атаковать. Вам не кажется это? Забавно. Да, я в курсе. То же самое, как и сфера огня, она тоже бессмысленна. Она не наносит урон с плешем. Который и так там 2-3 дамага всего составляет. Это все. Забавно. Это все. Может, мне просто оставить сферу огня? Забавно. Может, они тут соединятся? Ну, мало ли, вдруг что тут может быть. Неплохой план. Хотя тут нужен фул напор. Это все. Поставлю лучше себе, как все было.
это все. О, тут источник жизни есть. Неплохой план. Это все. Настройка. У меня все к нему. Ой, неплохой план. Ну, тут еще и дракоша гигант. Забавно. Ладно, придется вас выманивать всех. Даже по два можете идти. Я не против. Так, давайте ближе. Неплохой план. За господина. Забавно. Это все. Задавчу. Опять ты. Неплохой план. Блин, надо бежать забавно. Из города. Это все. А-а-а. Это все. Неплохой план. Забавно. Дух фиолетовых духов. Холода, ну ладно. Ну что, поймал? Так, они там двое стоят. Чего рядом. Я сейчас отхилюсь и еще раз по ним. Гурета потушили. Да нет! Забавно. Он сейчас вернется и даст им за то, что они заслужили. Поймал? Чего надо? Блин. Ну что, поймал? Неплохой план. Беги, Гурет! Неплохой план. Неплохой план. Это все. Блин, ты ж возвращался назад, какого хрена ты прешь обратно? Так, водичка, водичка. Неплохой план. Чего надо? Опять ты. Чего надо? Умри! Главное, чтоб дракоша не пришел. Ну что, поймал? Опять ты! Чего надо? Забавно. Отлично. Так, остался сраный дракоша. И все. Ну что, поймал? Почему это пьедестал рога Кинариуса, когда на нем нет рога и какой-то меч крутится? Маленький-маленький мечонок. Это все. Неплохой план. Забавно. Блин, ты слишком медленно бьешь. Кто ж кого замочит? Гурет дракона или дракон гурета? Накскрамос я постараюсь не пропустить, естественно. Я жду его. Когда его уже выпустят, кстати? Дистал мамки Кинариуса. Новые дотеры жестокие. Гурет Вин. Неплохой план. Это все. Добрался. Там еще коготки на 15 дамага. Чего надо? Теперь у меня два меча. Надеюсь, ты понимаешь, что если у тебя есть этот меч, то это и значит, что ты. Что тот великан уже покойник. Нет, он покойник! Забавно. Это все. Неплохой план. Это все. Забавно. Так, Хилочка, ты неплохой где? План. А где Хилочка? Забавно. А, Хилочка наверху уже. Точно. Это все. Неплохой план. Теперь пойдем мочить его.
это все? Забавно. Главное, чтобы это этот целопочный гигант бил, когда надо. Неплохой план. Это все? Забавно. Где музон? Ну, сейчас будет. Забавно. Неплохой план. Это все. Эй, говно, иди сюда! Я вернулся, видишь, у меня новый клиночек есть. Новая игрушечка. Блин, блин, блин. Черта за тобой не видно. А теперь сейф. Маску я оставлю, вдруг мне удастся скиллы сбросить. Это будет круче. Маска нужна мне? Блин, да он сейчас на меня скиллы сбросит, придурки! Вот уже 300 хапа снесли. Еще мне сейчас стан будет давать. Зай баллисту. Меня сейчас убьет просто от скалы. Это все. Мимо прошел. Это все. Неплохой план. Мимо. Забавно. Неплохой план. Забавно. Неплохой. Блин, где мне от него скрыться-то? Забавно. Так, подойду к баллисте поближе. Неплохой план. Вот как я ненавижу станы. Забавно. Чирк! Блин, он меня зажал тут. Так, скала вроде больше не бросается. Вот именно то же самое. Кто мог забыть в горах ее? Почему бы нет, блин? Скала все сбрасывается. Надо чуть дальше пройти. Блин, пока это показывали. Вот так тебе. Well, гигант. Я, короче, его пока потралю, побегаю, похиляюсь. Немножечко. Блин. Дай мне пройти. Ну, ушел, гуришел, нашел гору и решил раздавить этого гиганта. Эй, ты куда убегаешь? Блин, я ж пошутил, иди дальше там себе живи. Почему его просто нельзя отдубасить, а? Забавно. Забавно. Это все. Так, сейф и давай. Так, забавно. Надо конкретно подхиляться теперь.
Нафиг пошли, короче, а? Я задолбался уже ждать. Значит, не судьба Хилочку сохранить. Ну отвалите от меня, а. Почему, когда надо, он горы не сбрасывает, а? Бросай свою сраную гору, блин! Где гора? Бросай гору! Вот так. Сейчас замочу голема. Но не каждые 5 секунд, чтобы их тратили. Она тем более единственная. Лучше сохранить ее на более сложные случаи жизни. Так, еще раз сейф. Идите в жопу вы все, а. Пойду я активирую сраную баллисту, чтобы жить спокойно. Да, бесполезно, на них это просто не действует. Невосприимчивые к магии гады. Забавно. Неплохой план. Это все. Неплохой план. Умри. Неплохой план. Забавно. Неплохой план. Забавно. Отлично. Неплохой план. Как надо прям. Неплохой план. Зай, баллист, только не сдохни! Это все. Короче, немедленно дело. Забавно. Это все. Забавно. Неплохой план. Это все. Забавно. Неплохой план. Забавно. Блин, замедление. Только этого не хватало. Давай, давай, беги, Гурет, я знаю, ты сможешь! Я! Это все. Неплохой план. Забавно. Неплохой план. Это все. Здесь я уже просто без комментариев. Это все. Эта скала меня задолбала. День это второй. Все. Я пытался обойти эту скалу. Это но все. Она все меня еще задевает. Умри. Ох уж эти системы каменных горных гигантов. Вся их особенность состоит в том, что стоять нельзя. Я не ревну, я буду до конца, вот я уничтожу уже одного голема. Всегда попадает. Еще раз сейф! Уже лучше! Это все. Забавно. Неплохой план. Забавно. Это все. Забавно.
Смотрите, сюда упал, где-то здесь задело. Что за херня, блин? Это все. Забавно. Окей, я видел, что задело. Вроде упала скала. Нет, Dark Souls, наверное, будет похлеще вносить мозг. Так, отлично, они меня не замедлили, не наагрились, а теперь я пошел дальше. Можно дальше пройти, типа. Я прошел дальше! Ачивку мне в руки, блин. Да, тут прыжок. Ладно. Теперь идем сюда. Чтобы активировать баллисту, потом чтобы прыгнуть. Это все. Это все. Блин, ну иди, ты чё боишься? О, баллиста, отлично. Чик! Так, ну и что? Последний раз! Прыжок! Прыжок веры! Точнее, предпоследний раз. Ка-чик! Получай! Ну хоть бы он там падал как-то плавно, что ли. Ну ладно, ладно. Сойдет! Итак. Так, теперь пошли дальше. Надо сюда как-то добраться. Я пытаюсь найти способ пробраться туда. Прыжок не сработает, так, нужно найти другой способ пробраться. А, не работает прыжок, чё говорил, зато я отхилился почти! Так, а, вот здесь надо. Не, зря я, кажется, хилку юзанул. И так бы норм было бы. Ух ты, меня задела скала. Фух, так, сейф обязательно, сейф. А то мы срём еще. Сейчас можно терять хп. Блин. Ненавижу стану. Сейчас на меня упадет гребаная скала. Зато она задела сраного голема, который меня уже достал. Хоть как иногда скала сраная бывает полезна. Блин, здесь вообще грань ебанутости. Дынь-д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 ынь! Финиш хэм! Что? Всё. Упал голем. Упал ты от смеха просто.
Доржался, вот что значит доржался. Так, сейчас что, интерлюдия или что там? Давайте посмотрим, короче.